мужики! Здорово! Только не надо пи***ть, что у вас никогда не было кредита. Мы решили снять видео для вас, про вас! Все, погнали! Насколько сильно вы хотите вогнать себя в долги? Максимально! Я знаю, что вы постоянно урезаете сумму кредита, поэтому начнем с 500 тысяч рублей. Да я посмотрю, вы должник со стажем. Ну так, я из тех людей, которые взял ипотеку в долларах. Твою мать! Да, вот так вот. Мы вернемся к нашим баранам. На какой срок вы хотите взять 500 тысяч? На 5 лет, на минимальный, чтобы быстренько рассчитаться и все. Я вам рекомендую взять на 8. Тогда переплата будет не 300 тысяч, а 400. А где тут плюсы? Плюс в том, что у меня планы горят по 8-летним кредитам. И есть больше шансов, что вам эту адскую кабалу одобрят. Хорошо, оформляйте. Место работы? Официально нигде не работаю. Я тоже. Неофициально в ООО «Большие надежды». Грузчиком. Доход? 7 тысяч. Забью 30, чтобы одобрили кредит. Угу. Женаты? Да, официально, но мы с ней разбежались. Но я опять наступил на эти грабли и живу с новой растратой. Угу. Дети? Да, двое. Угу. А ты от первого брака, а от второго тоже двое. У вас 4 иждивенца? Да, 4 иждивенца у меня, да. В данной ситуации ни один нормальный банк вам кредит не оформит. Есть только напрочь отмороженный, где коллекторы не гнушаются пыток и адских истязаний. Ну я поэтому к вам пришел. Все правильно. Классный банк. Остался последний вопрос, подумайте, как на него ответить. Есть ли у вас кредиты в других банках? Да, коль тут думать. Есть во многих банках и даже в вашем целых 2. Секундочку. Ну я вижу, 300 тысяч просрочены. Как просрочены? Да я в курсе, что просрочены, конечно. Хорошо. Посмотрите сюда, я сделаю фотографию. А куда, смотри, тут даже камеры нету. А тут и Windows пиратский. Понятно, то есть просто смотрю на ноутбук и все. Да-да. Угу. А улыбаться? После нашего кредита вы никогда не будете улыбаться. Понятно, просто с грустной миной на лице. Да-да. Угу. Так, ну а сейчас я сделаю вид, что отправляю анкетку в службу безопасности. Угу. Так похоже? Похоже, да, очень похоже, будто правда отправляете. Угу. Ну вы же сами все решаете, да? Да, и в вашем случае все просто. 120 тысяч на 8 лет. Угу. А что, так мало? Я знаю, что урежут, но не настолько же. А вам и 120 нельзя. Просто у меня план горит по 8-летним кредитам. Ну понятно, тогда меня все устраивает. Вы просто возьмите недостающую сумму в другом банке. Точно, здорово. Так, вот ваш кредитный договор. Угу. Подпись снизу. Понятно, то есть все скрытые проценты, все мелким шрифтом там прописано, да? Мы сейчас наглую все пишем крупным шрифтом. 58%, 400 тысяч переплата. Ну понятно. Угу. Вы считаете, что я полный дебил, да? Напрочь конченый псих. Ну такое есть. Угу. Это страховочка. Угу. Читать я, конечно, не буду, все мелко, просто подпишу. Угу. А тут и нечего считать. 40 тысяч в год. Угу. Это получается, хотя мне похер. Не тем более. Угу. Оплату советую производить с небольшой задержкой. Так мы получим от вас дополнительный 20%. Поверьте мне, с меня вы поймете больше. Очень хорошо. Угу. Какие-нибудь вопросы ко мне остались? Один нескромный вопрос. Займите, пожалуйста, 37 рублей, якобы на маршрутку, но на боярышник. Понравилось видео? Ставь лайк, не забудь поделиться со всеми друзьями во всех социальных сетях. Пиши в комментариях, что ты наврал, когда брал кредит. Ну и пишите, кто из нас моложе выглядит. Да. Пока.